Лето все ждут с нетерпением, ведь это самое желаемое время отпусков и каникул. Многие люди заранее планируют, как проведут лето и куда поедут. Именно поэтому долгосрочный прогноз погоды всегда был нужен и актуален. Конечно, такие прогнозы, как говорят сами специалисты, не очень точны и постоянно корректируются. Максимально точную погоду на ближайшие дни наблюдают пилоты тепловых аэростатов. Ведь от прогноза на завтра зависит, состоится ли очередной полет. Выходные обещают умеренный ветер в субботу 6 метров в секунду, в воскресенье 4 метра. Днем будет до плюс 20, ночью будет холодать до плюс 14. Вот. Но возможны вечерами кратковременные осадки. Первая декада июня сохранится слегка дождливой и не будет отличаться жарой. В следующую неделю ситуация сохранится. На следующую неделю прогноз благоприятный, резких холодов не ожидается. Днем до плюс 20, ночью также плюс 14, умеренный ветер. Даже начало недели будет с тихим ветром. Но понедельник, вторник, среда обещают вечером тоже дожди. И хотя купаться в такую погоду решатся лишь самые закаленные и смелые, солнце будет светить, и найти занятие по душе или отправиться в путешествие за город вполне возможно. Для полетов, да, на самом деле погода идеальная будет в понедельник утром, потому что вечером обещают дожди все-таки. Да, вторник утром также, надеемся, будет хорошая погода. Вот. Ну и в течение недели надо будет смотреть, надеемся, удастся полетать. Радуют прогнозы метеорологов. Специалисты считают, что первый месяц лета будет самым прохладным. Он принесет с собой невысокие показатели температуры, и это на сегодня неудивительно. Не только в Рязани, но и во многих городах страны можно наблюдать такое явление. Именно июнь стал более холодным, чем раньше. А отметка на градуснике редко поднимается выше 20 градусов тепла. Дальше, по мнению синоптиков, температура вырастет, и мы успеем согреться и насладиться прекрасным временем года.